Всем добрый день. Вот к нам в парк приехали посетители. Я бы это больше назвала развиртуализация. О, вроде бы правильно. Каждый день у нас мама готовит что-то в казане. На первое суп или борщ. Папа с Сергеем обшивают дом. Наш повелитель волков уехал на открытие парка в Подмосковье. Вот папа хозяйничает, помимо обшивки дома, еще кормежка животных. Сейчас они покушают, а я помою вольеры. Может быть, и за мясо, я не знаю. Папа заходит кормить Акела. Там, смотрите, прям с ведром цыплят. Аж фурия кашляет или чихает. Акела вон сдалека окольными путями. Он ему и хочется, и колется. Фурия только рискует подойти. Акела, бедняжка, бегает. Ну, теперь хоть фурия спокойно поест. Погнал фурию. Акела все сторонится. Не переживайте, фурия не останется голодной. Сейчас папа ей насыпет другой угол. Пытается обмануть. А там, по-моему, миска. Если стоит, то можно в миску. О, смотрите, как братиш проглатывает прям этих цыплят. Thank you.
вот рычишка. Хорошо, да? Смотрите, как братиш носится. Стрела. Плохо, что тут у нас света нет. У всех вода есть. Папа всех покормил, а я пошла мыть вольеры. Лолита. Так что, друзья, сегодня вот такое вот маленькое коротенькое видео. Только вечерние. Вот Умка, Куба. Все ждут своей очереди на кормежку. Тут в углу, смотрите, ходит Акела с Фурией. Там Йети. Ждет тоже кушать. Сейчас посмотрим, есть у него вода. У Умки с Кубой тоже есть вода. Обычно они сразу ее выплескивают. У Йети тоже есть вода. Йети, малыш. Всем спокойной ночи. Маленькой бытовки. Такой переноски. У нас ночуют цыплятки. Ответственность за них несут Сергей с папой. Они с утра их выносят в вольер, потом заносят и кормят. Вот наш Витя, какой петушок стал. Первый спасеныш цыпа. Джокер.